Всем привет, с вами Гоночная Биография, и сегодня мы поговорим про Серхио Переса. Полное имя Серхио Перес Мендоса, а для болельщиков просто Чеко. Родился 26 января 1990 года в Мексике, в городе Гвадалахара. Семья – отец Антонио, мать Марилу, сестра Паула и брат Антонио, который тоже занимается гонками, но в мексиканском первенстве NASCAR. В 7 лет пилот занимался картингом, особо ничем не выделяясь. В 2003 году принял участие в моночемпионате Мексики. В 2004 году получает поддержку компании Telmex, поступает в гоночную школу Скипа Барбера в США. Параллельно участвует в Формуле Dodge, получив несколько подиумов. В 2005 году Перес едет покорять Европу и проводит сезон в Формуле BMW. На следующий год он остается там, старательно изучая европейские трассы. Проехав в межсезонье один этап серии А1 GP, пилот начинает выступать в британской Формуле 3, где проводит 2 года. И тут, наконец, первые победы. В 2009 году Чеко приходит в GP2, выступая за команду Арден. Он финиширует один раз вторым и один раз третьим. Очень много сходов за сезон. Итог – 12 место. В 2010 году он переходит в команду Barva Adax. Там он одерживает 5 побед, регулярно попадает на подиум, завоевав в итоге второе место в личном зачете и уступив 16 очков Пастору Мальдонадо. Пилотом тут же заинтересовались в Формуле 1, и в 2011 году Серхио приходит боевым пилотом в команду Заубер. Лучший результат – 7 место в Великобритании и 16 в личном зачете. В 2012 год пилот продолжает выступать за швейцарский коллектив, уже успешней. Второе место в Малайзии, Италии, третье в Канаде и десятое в личном зачете. В этом же году Чеко организовал благотворительный фонд детям-сиротам и больным раковой опухолью. Фонд возглавила сестра пилота. В 2013 году Перес переходит в Макларен, заменив ушедшего Льюиса Хэмилтона. Но команда переживает не лучшие времена. Максимум, чего смог добиться пилот – пятое место в Индии, в личном зачете 11-й. С 2014 года по нынешнее время Перес выступает за команду Force India, которая теперь называется Racing Point. В 2014 году Серхио снова возвращается в личке на 10-ю позицию, финишировав третьим в Бахрейне. В 2015 году 9-е в личном зачете и 3-е место в Сочи. 2016 год еще успешнее, 7-е место в зачете и 2 третьих места в Монако и Баку. В 2017 снова 7-й, на этот раз без подиумов. Лучший финиш – 4-е место в Испании. Этот год был богатым на события. Сначала свадьба с Карлой Мартинес, затем рождение сына. В нынешнем году команда терпит серьезные изменения, что не помешало мексиканцу приехать третьим в Баку. На данный момент Серхио занимает в чемпионате 10-е место, деля его с партнером по команде Стебаном Оконом. В 2019 году Чеко, скорее всего, останется в команде.